ему навязывают новые условия. И сейчас, насколько я понимаю, идет согласование между Баку и Ереваном при посредничестве внешних игроков того, что на данном этапе лежит на столе переговоров, что хочет Армения, что хочет Азербайджан и что из этого реально произойдет. В любом случае, насколько я понимаю, в отличие от прежних лет, после 44-дневной войны, сейчас, после сентябрьских боев, не столько, хотя актуальность Зангезурского коридора никто не отменял, более актуальным становится вопрос возвращения азербайджанцев на свои исконные родные территории, земли. Это и Зангезур, это и другие районы, регионы Армении. Этот вопрос стоит ребром, плюс вопрос контрибуции. Урон, нанесенный материальный и иной урон, нанесенный армянской стороной, как Азербайджану, то есть прежде оккупированным территориям, так и другим памятникам истории, культуры, личной собственности, имущества. И не только в Карабахе, а уже поднимается вопрос и урона, который был нанесен азербайджанским беженцам с территории Армении. Поэтому в данном контексте сейчас казалось бы логичнее, чтобы более Армения была заинтересована в разработке и подписании мирного договора. Будем надеяться, что если и не конец года, то следующий год позволит нам приблизиться к мирному договору. Иншаллах, спасибо за ответ. Я просто вам тоже хотел бы напомнить, у нас в основном эфир проходит в таком формате, что мы предоставляем больше возможности задать вопросы нашим пользователям, а не самим владельцам. Если вы не против, мы предоставим или с самого начала вопрос, чтобы задал нам Руф. Борин Руф. Ризван Бей, добрый вечер. Я очень добрый. Рад вас слышать. Являюсь, скажем так, являюсь вашим фанатом и поклонником. Мне очень нравится, как вы излагаете, особенно в Ютубе, ваши мысли. Ризван Бей, затрагивая вообще роль Азербайджана, насколько вы оцениваете ее на сегодняшний день по итогам, скажем так, последних событий? Меняется ли геополитическая расстановка в регионе? На какие рубежи выходит Азербайджан в плане влияния на региональную? Он и так занимал достаточно высокие позиции в региональном, скажем так, раскладе. Но, на мой взгляд, Азербайджан выходит на передовую, в том числе и региональной, и евразийской позиции. Как вы рассматриваете на сегодняшний день роль Азербайджана и каковы риски и угрозы для Азербайджана в этом, скажем так, в этой новой расстановке сил и в этом новом раскладе? Благодарю. Спасибо. Спасибо за очень актуальный вопрос. Действительно, это волнует многих в нашем обществе. Не секрет, что Карабахский конфликт в принципе был и задуман в том числе для того, чтобы сковать Азербайджан, ограничить его возможности и направить все усилия Азербайджана на решение конфликта, чем, допустим, если бы не было Карабахского конфликта, мы представляем, насколько это послужило бы региональной стабильности, развитию, в том числе самой же Армении, отложим в сторону Азербайджан, достаточно увидеть пример азербайджано-грузинских отношений. Но, к сожалению, все эти 30 лет Азербайджан был скован. А сейчас, когда появились новые реалии, есть несколько угроз, постараемся об этом поговорить. И, естественно, есть преимущества, которые мы получили. Мое личное мнение, одна из основных проблем или угроз, кому как удобно, то, что наше общество просто не созрело к новым реалиям. Значительная часть, а ведь без общества, без людей не решить поставленные новые задачи. Наше общество почему-то решило, хотя может оно и не виновато, я никого не осуждаю, что обеспечение полной территориальной целостности и суверенитета Азербайджана приведет к какому-то финалу, как в хороших фильмах, где happy end, и все пойдут петь песни, кушать шашлыки и радоваться. А нет. Азербайджан выходит на новый уровень, а значит обретает более сильных противников и друзей. То есть двусторонние движения. Мы обретаем и противников, и друзей на более высоком уровне, где надо играть уже более жестко и больше интеллекта. И я бы сказал, кроме интеллекта и военной силы, что никто не отменяет, нужно понять,
куда мы попали, что это за новая площадка. Мы уже вышли из региональной, как вы верно говорите, да, политики, я имею в виду расширились, вышли не в том плане, что мы ее потеряли. Наоборот, сейчас на фоне строительства нового миропорядка актуальность таких стран, как наши, почему таких, как мы. Наша победа, давайте не будем забывать, она вдохновила очень многие страны, в первую очередь тюркские, мусульманские, да и вообще те народы, которые пострадали от того миропорядка, который существует, скажем так, после Второй мировой войны. Надо это учитывать, это плюсы, что к нам относятся уже серьезно, на нас смотрят, на нас надеются, в нас видят защитников. И это совершенно новая роль, которую надо еще привыкать и уметь с ней работать. Что касается роста нашего регионального в плане энерготранзита и того, что происходит сейчас позитивного, я бы сказал, ренессанс тюркских государств, туранского проекта, то и здесь Азербайджан играет роль ключевую. То есть роль Азербайджана, она связывает влиятельнейшую страну тюркского мира, это Турция, которая находится на западе в авангарде, в Средиземноморье, в Ближнем Востоке, а также страны Закаспия, то есть центральноазиатские страны, где основную роль играет Казахстан и Узбекистан. И мы очень надеемся, уже видим, что и Туркменистан, Казахстан подтягиваются. Надеемся, что и Таджикистан. То есть это не только сугубо тюркский проект. Туранский проект, обратите внимание, к нему большое внимание оказывает и желание участвовать, в том числе Венгрия, Пакистан, Афганистан. То есть целый ряд стран, которые как бы не имеют отношения к тюркам. И, как я отметил, поскольку мы становимся центром этого проекта, то и все удары будут наноситься по нам. Это логично, как бы это в рамках геополитики, ничего личного, просто бизнес. Если Азербайджан является основой, то мы, как я отметил, будем получать или будут нам пытаться наносить удары. Поэтому в новых реалиях Азербайджан, как его и внешняя политика, должен активизироваться. Азербайджан обязан и уже активизируется на Ближнем Востоке, естественно, в Центральной Азии. В Юго-Восточной Европе обязательно мы видим, какая активность Азербайджана. И не только в энергетической сфере. То есть, чем больше мы приобретем друзей или партнеров, которые по бизнесу, тем более реально станут те глобальные проекты, на которые нацелен Азербайджан, его союзники и его друзья. Резван Бей, большое спасибо. Руф, вы хотели еще вопрос задать или дополнить что-то? Да, у меня просто было два вопроса, но я посчитал, что будет некорректно сразу их оба задавать, чтобы не запутать. Хорошо, большое вам спасибо. Резван Бей, вот все в порядке. Вы затронули как раз тему Турана и Венгрии. Вообще, каким боком Венгрия оказалась в Туране? Дело в том, что венгерский народ, мы знаем, около тысячи лет назад, основные предки мадьяры, как их называют, или хунгары, и в нашем языке это звучит правильно, маджар, это тюркские племена, которые вышли с территории Азии, с Центральной Азии, с Прикаспийского региона и дальше двигались по югу России, и еще со времен и после Атилы, да, и во время Атилы, то есть 1500 лет назад часть двигалась, но основная масса около 1000 лет назад обрела, как они говорят, новую родину на территории современной Венгрии. Поэтому они помнят свои корни, несмотря на то, что они сильно ассимилировались, смешались с местными народами. Но не будем забывать, что это воинственный народ. И этот народ был ударной силой в империи Габсбургов, то есть в Австро-Венгерской империи. То есть у них хорошие традиции боевого, военного искусства. И поэтому они не теряют связь со своей прежней родиной, с Тураном. И мы видим, что среди стран Восточной Европы Венгрия является, пожалуй, наиболее активным государством, которое заинтересовано в интеграции в туранское тюркское пространство. Спасибо. Вот затрагивая Туран, на последнем саммите, по-моему, это было, произошло. Лидеры, руководители Азербайджана и Туркмении согласовали проект туркменского газа, который будет проходить через территорию по дну Каспия, через территорию Азербайджана в Европу. Я понимаю, что это не совсем ваш профиль, но ваша
мнение было бы тоже очень интересно услышать по этому поводу. Каким образом это будет происходить? В каком плане, я имею в виду? То есть работоспособность и количество объема газа, который может проходить по азербайджанской нынешней трубе, она может ли также способствовать для того, чтобы транзитом переправлять туркменский газ в Европу? Очень действительно важный вопрос. Туркмения играет важную роль в новой энергетической, энерготранзитной карте Европы. И мы знаем, что, к сожалению, все эти годы Туркмения имела или нейтральное, иногда, к сожалению, даже враждебное отношение к тем проектам, которые осуществляет Азербайджан. Здесь серьезное влияние и фактор России. Но сейчас, на фоне новых реалий, поскольку Россия уже почти сколько, более полтора года находится в войне в Украине, и это привело к блокированию традиционных энерготранзитов и вообще всех путей связей, которые Россия имела с Европой. Но не навредила, кстати, американам российским отношениям в контексте товарооборота. Наоборот, он возрос. Так вот, в том числе это привело к тому, что традиционно туркменский газ, который в больших объемах шел за дешевку, $10-12 за кубометр, за 1000 кубометров, то есть по дешевке, а потом продавался в Европе за 700, 800, 1000 долларов или евро за кубометр. Вот этот бизнес, он пришел к концу, а газовая отрасль, сфера очень уязвимая. Там нельзя просто закрыть вентиль, да, это не кран с водой, это не газ, который дома закрыл вентиль и он прекратился. Это может привести к серьезным проблемам для всей сферы. Поэтому, наверное, и не без согласия России, буквально неделю назад туркменский лидер был в Турции, где он с президентом Эрдоганом встретился, подписали целый пакет, в том числе инфраструктурных проектов. И поскольку газовая отрасль, она очень чувствительная, любые контракты, которые подписываются в газовой отрасли, они требуют стабильности и надежности минимум на 10, 15, 20 лет вперед. А это говорит о том, что, естественно, будут наращиваться. Во-первых, будет Транскаспийский, наконец-таки, трубопровод построен под Каспием. И это не очень сложно, учитывая, что в азербайджанском секторе Каспия есть развитая инфраструктура. Можно, конечно, ее дополнить. Более того, на территории Азербайджана и далее тех стран, откуда пройдет этот газ, будет создана новая инфраструктура. Объемы туркменского газа большие. И если сегодня уже Азербайджан на европейском рынке по поставкам газа является номер 5 в лидерах, в пятерке лидеров, то на перспективу, если и туркменский газ пойдет, то мы представляем, насколько возрастет транзитная мощь Азербайджана, особенно в Юго-Восточной Европе. Спасибо. Руф, пожалуйста, ваш вопрос. Резвамбей, такой вопрос. Учитывая, что мы говорили о возможных угрозах и изменении роли Азербайджана, да, и выхода его в другую лигу в данной геополитической игре, то как вы оцениваете, Азербайджан может себе позволить, скажем так, продолжать политику, сбалансированную политику лавирования между, скажем так, крупными игроками, или ему его будут склонять к выбору сторон, и как мы можем оценить сейчас его определенные демарши в сторону крупных европейских игроков и консолидированную, допустим, позицию с евразийскими игроками, да, есть, видите ли вы ее, и что вы можете сказать о визите нашей делегации, достаточно серьезной, в Китай, и как вы видите роль Китая на сегодняшний день? Тогда разделим вопрос на две части, потому что в нем разные контексты. Наверное, не секрет, что именно сбалансированная политика Азербайджана в период независимости позволила нам наращивать свои ресурсы, наращивать свои связи. К примеру, те страны, в том числе по соседству с нами, да и вообще на постсоветском пространстве, которые резко выбирали одного партнера, да, одну сторону, переставая балансировать, в итоге они оказывались в очень сложной ситуации, теряли территории. Можно привести примеры Грузии, пример Украины,
Можно привести пример сейчас Армении, в которой тоже приблизительно такая же ситуация. То есть это для ленивых хорошо вот этих стран, которые привыкли исторически выбирать спину, за которой можно спрятаться, да, и считать, что это комфортная зона. Ну, естественно, более сложно научиться балансировать, то есть обладать искусством и внешней политики, и вообще коммуникации. Это сложнее, но это приносит больше прибыли и больше независимости. Я не думаю, что Азербайджан сменит эту парадигму, он будет продолжать. Это традиция вообще. Все государственные образования на нашей территории, начиная от Ширваншахов, особой их, скажем так, особым маркером их политики было то, что они всегда умели балансировать. Потому что Азербайджан, наша территория, является точкой пересечения не только торговли, но и интересов больших игроков. И если мы хотим иметь устойчивое развитие и усиливаться, то нужно учитывать все вот эти факторы, а не как лениво выбирать одну сторону, которая может тебя оставить, и ты останешься с новыми реалиями. В этом контексте Азербайджан устойчиво всегда говорит, что он сторонник двусторонних отношений с любым государством. Не в рамках каких-то организаций, хотя Азербайджан является членом различных международных организаций, но не для того, чтобы быть там статистом, да, и подыгрывать кому-то. А дело в том, что, если вы обратите внимание, Азербайджан все-таки дает преимущество двусторонним связям, когда понятно, с кем имеешь дело. Это касается европейских стран. Именно поэтому Азербайджан свою политику выстраивает с конкретными европейскими странами, а не с эфемерными институтами Европы, которые непонятно, хотя понятно, кем контролируются. И те, кто через европейские институты пытаются влиять на такие, как мы, страны, они нервничают, потому что Азербайджан не идет на поводу. Это, конечно, Франция, это, к сожалению, частично Германия, на которую в начале этого года были надежды, что она сможет соблюдать некий нейтралитет, но, к сожалению, этого не произошло. А есть еще целый ряд групп, я неоднократно, группа стран, повторял, это Юго-Восточная Европа, где мы являемся уже лидерами по поставкам нефти и газа. Кроме этого, это балканские страны, это Юго-Восток, начиная сверху, с севера, скоро от Польши и вниз, бывшие страны Югославии, я не буду перечислять, с выходом на Эгейское море, и, естественно, Италия, где Азербайджан тоже является одним из лидеров по поставкам газа. Вот это перспективы в европейском направлении. Что касается Китая, наконец-таки, да, я считаю, лед тронулся, Китай делает выбор, и Китай одна из ведущих стран, держав мира, скажем так, номер два после США, а может даже уже номер один по некоторым параметрам экономическим. Поэтому от того, как сложатся китайско-азербайджанские отношения в вопросе транзита, энерготранзита и других проектов, зависит судьба всего нашего региона, а возможно и соседних регионов. Я очень надеюсь и уверен в том, что азербайджанская сторона, те, кто ведут переговоры с китайской стороной, они имеют огромный опыт, и они справятся с этой задачей. Спасибо большое. Спасибо, Ризван Бей. Я бы хотел вам зачитать вопросы, которые прислали к нам в бот. Почему властям Российской империи так важно было закрыть либо присоединить к армянской церкви албанскую апостольскую церковь? Да, Российская империя, она шарахалась направо, налево, менялись планы. При этом на нее оказывало влияние. Давайте вспомним, что 18-19 век, несколько раз менялись приоритеты России. Оно сейчас перед нашими глазами тоже происходит. Был период, когда Россия была комплементарна, Петровский период, я имею в виду, Британии, Голландии. Затем наступила немецкая эра, когда в основном немецкие фавориты и фактически власть в Российской империи, она во многом шла под диктовку интересов немецких. Затем был французский период, да, 19 век, когда французский язык, культура и интересы французской политики имели приоритет в России. Был период, когда другие государства тоже имели приоритет. И каждый раз, относительно в том числе Кавказа, менялись планы и намерения царской России. К примеру, если при Елизавете Петровне
дочери Петра I, середина 18 века, она выдвинула план воссоздания албанского царства с духовным центром в Ганзасаре. Мы знаем, албанская ганзасарская патриархия одна из важнейших. При этом она была сугубо православной, в отличие от того, кто был до нее, и, естественно, после нее Екатерина II, у которой были несколько другие приоритеты. Поэтому она делала ставку на диофизитов, на албан, и запретила вообще Эчмиадзину и армянским священникам появляться на территории России, где были армянские общины. Отмечая особо не гайканские, хаястан, хайские, а армянские общины, этнические, которые в основном были тюрками, кипчаками, принявшими монофизитство, то есть армянское григорианство. Но затем, после Елизаветы Петровны, пришла Екатерина II, приоритеты сменились, план, проект воссоздания албанского царства отошел на вторую позицию. Может быть, здесь роль сыграли взятки, которые армянские торговцы-купцы давали ее фавориту Потемкину, не знаю. Может, то, что влияние некоторых кругов Ватикана возобладало в царском дворе. Но итог стал такой, что Россия сделала выбор в сторону армянского проекта, стала усиливать Эчмиадзин, искать поддержку и помогать армянским общинам и, естественно, наносить удары по интересам албанской церкви и ее паствы. Ну а чем это обернулось, мы знаем уже, что после прихода царской России в наш регион был фактически разгром албанской церкви, ее упразднение, передача ее имущества, паствы, книг, церквей в лоно церкви Эчмиадзина. Кстати, особо отмечу, что только в 1836 году при содействии России Эчмиадзинский католикос получил статус католикоса всех армян. Католикоса всех армян. До этого он таковым не являлся, и везде в переписке он указывался как католикос гайканского народа. Более того, араратский католикос гайканского народа. И мы знаем, что есть несколько католикосов и патриархий армянских. Это и Великий дом Киликии, который Эчмиадзин практически не признает. Это и Иерусалимский патриарх армянский, это и Константинопольский, Стамбульский. И только Россия методом своего воздействия и давления смогла многих из них подчинить Эчмиадзину. Это не сила Эчмиадзина и армян, а это сила царской России. Но эта политика продолжалась и в советское время. Но сейчас, когда Россия убирает свою руку с плеча, или, я не знаю, со спины армянской, мы видим обвал и Армении, и армянской государственности, и армянского проекта, и впереди у армянской церкви, я тоже так вижу, будут очень сложные проблемы. Резван Бай, ну, будем откровенны, что Российская Федерация ниоткуда так просто при своем желании не уходила. Да? Вот в нынешнем формате заигрывания Армении с Западом, чем это может для нее обернуться? Да? Вот самый, так скажем, крайний вариант для нее, что может быть? Ну, зачем нам долго искать, когда перед глазами опыт Грузии и Украины? Чем это обернулось для них, когда они резко делали выбор? Получается, что Армения тоже пока что идет по этому скользкому пути, а значит, может получить серьезный удар от России. Рано или поздно. Может в 2025 году, может в конце 2024 года. Но это произойдет после того, как Россия разгрузится от украинского вопроса, если сможет выйти из этого вопроса. Так что, по-моему, ничего нового не надо и ничего, как говорится, откровенничать нет нужды. Все перед глазами. Да, я с вами согласен в какой-то степени, но с другой стороны, у России нет общей границы с Арменией. Если брать опыт Грузии и Украины, она пыталась наказать их именно территориальными проблемами. То тут... Вы забываете о том, что на территории Армении находится серьезная военная база в Гюмри. И Армения – это не Украина. То есть решить вопрос по Армении для России просто пока что. Потому что практически вся экономика, инфраструктура Армении принадлежит российским компаниям и России. Достаточно пока что, я имею в виду, России надавить на эту тему, и Армения просто обрушится. Но пока этого не происходит, наверное, у России какие-то свои планы. Понятно. То есть, завершая эту тему, я так понял, что никакого территориального наказания, так скажем, наказания натуры не будет.
там есть другие рычаги, как вы говорите, 102-я база или же экономические рычаги? Я ничего не отменяю, возможно, будет и территориальное наказание. А в чью пользу тогда? Не обязательно это должно произойти непосредственно со стороны России, которая не граничит с Арменией. Да. Верно сказали. Понятно. Ясно. Еще один момент, вот мы затронули тему Германии. Как вы думаете, основная цель визита министра иностранных дел ФРГ в Армению, в Азербайджан, это была давно запланированная штатная поездка или же были какие-то другие цели, по вашему мнению? Что вот, зачем приезжала она? Я думаю, что это было тяжелым грузом для Германии. Я вот бывал как раз в рамках тех надежд, которые были в этом году на Германию. Я был в Берлине, встречались, общались с теми, кто имеет некое понимание и влияние на политику Германии. В начале этого года, возможно, я ошибаюсь, но США в первую очередь пытались сделать ставку на Германию, чтобы нивелировать негативный фон, который Франция создает в нашем регионе, в том числе в диалоге между Арменией и Азербайджаном. Была такая задумка, что Германия по умолчанию якобы будет более нейтральной, но Германия отказалась от этой роли, насколько я знаю, ее это не заинтересовало, но отказываться она напрямую не могла, то есть имитировала, саботировала, скажем, вот точное выражение. И сейчас, конец года, нужно подвести итоги года, и вот глава МИД Германии приехала с тем, чтобы показать тем, кто ее послал, что вот я поехала, я поговорила. Но, насколько я понимаю, лично для Германии пока что особого интереса в этом нету. Более того, забегая вперед, есть такое мнение, что, возможно, будет в этом вопросе активизироваться Польша, хотя я пока об этом говорить не могу, насколько это верно, но есть такие как бы попытки. Ясно, спасибо. Я хотел бы предоставить возможность задать вопрос. Руф, опять ваш вопрос, а дальше Милохан будет задавать. Зонда, такой вопрос еще. Вот, говоря о том, что у Азербайджана есть определенные все-таки рычаги влияния на Южную Европу, а вообще, как вы рассматриваете внешнеполитический инструментарий Азербайджана? Каким образом он может влиять в том числе на европейскую региональную политику, помимо, скажем так, его энергетической составляющей и транспортно-логистической составляющей? Что еще есть в нашем арсенале? Я не думаю, что мы будем изобретать велосипед. Зачем нам это нужно? Если у нас есть своя и мягкая сила, я имею в виду энергетическую карту, транзитную и транспортную, через которую мы проявляем остальные свои интересы, и это будет продолжаться, это реализуется в первую очередь в Юго-Восточной Европе, которая является для нас приоритетом нашей европейской политики. Спасибо, Милохан. Я открываю вам микрофон. Пожалуйста, задавайте вопрос. Милохан, будьте добры, открыть микрофон. Я очень извиняюсь. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Резван Бей. Очень приятно, что получил такую возможность задать вам вопрос. Резван Бей, как вы думаете, вот недавно прошедшая конференция в Баку в основном со странами Африки, которые были под сильным влиянием и до сих пор остаются Францией, это был единичный укол в сторону Франции или это будет иметь дальнейшее продолжение? Спасибо, Милохан, за вопрос. Многое в этом зависит от того, как себя поведет Франция в нашем регионе. Ну, пока что мы видим, что Франция решила превратить наш регион в некую точку хаоса. Ну, раз так, то у Азербайджана и его союзников и партнеров тоже есть что сказать за Францию. Особенно за Магриб, за Северную Африку, за ту колониальную политику, которую продолжает осуществлять Франция. Возникает вопрос, почему для Франции так важен этот регион, где она осуществляет свою колониальную политику?
Потому что, в первую очередь, мы знаем, что уран, запасы урана, которые в Северной Африке, Магрибе, не буду называть страны, эти страны являются в основном донорами, являлись. И французская энергетика максимально зависит, то есть она ядерная, и зависит от урановых поставок. Более того, Францию отсекают не только от Северной Африки, но даже вот недавний визит Франции, судорожные попытки в Казахстане договориться на эту тему, тоже имеют в том числе причину найти дополнительные сырье уран для своих ядерных электростанций. Точно такая же попытка была у Франции договориться с Украиной, но она бесполезна, пока идет там война. И в этом контексте то, что происходит в Баку, вот эти мероприятия с участием лидеров движений или африканских стран, это некая синергия во внешней политике между Азербайджаном, Турцией и еще некоторыми странами, которые понимают, что нужно наносить Франции удары, чтобы ее щупальца не могли нанести вред в нашем регионе и в тех регионах, где в перспективе мы будем выстраивать свою политику, в том числе энергетическую, энерготранзитную. Поэтому эта схватка не на шутку. Я думаю, что, по всей видимости, она будет иметь свое развитие. Руф, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Вот как раз исходя из этого возникает и следующий вопрос. Резвонбай, а как вы видите, есть ли синергия в этом смысле по выдавливанию Франции из региона Сахеля? И насколько вы видите в этом роль Турции? И какое принимало ли в этом участие какое-то по, скажем так, налаживанию этих мостов Азербайджана? Я не расслышал выдавливание откуда во Франции, извиняюсь. Из Сахеля, то есть из Центральной Африки и из региона Сахеля. Ну, не только из этого. Мы видим, что Турция довольно-таки давно, уже лет 10-15, выдавливает Францию из Магриба, из Сахеля, из Северной, да, Африки. И все это началось, то есть эта фаза началась во время арабской весны, так называемой. Целью арабской весны, основными инициаторами которых была Великобритания, Турция и ряд стран, было сменить режимы профранцузские, и это значительно удалось, давайте честно признаемся, в некоторых странах Африки. Но процесс не удался полностью в Египте, а это ключевое государство, где свержение Ас-Сиси, Ихванов, да, то есть приход Ас-Сиси, привел к тому, что здесь споткнулся вот этот проект арабской весны, а затем он завяз в Сирии, полностью как в болоте, где до сих пор идет разборка между всеми странами, которые вот схлестнулись в арабской весне. Но сейчас пошло африканское лето, то есть летом этого года мы видим, активизация Турции и Великобритании привела к выдавливанию все-таки Франции, Северной Африки, с Магриба. Но я считаю, что ключевой поворотной точкой в этом вопросе будет то, какова будет судьба египетской власти, что произойдет с Египтом. Это ключевая страна, и если ее профранцузская, в том числе, линия будет сдерживаться, удерживаться, то есть если не поменяется она, то пока что говорить о коренном переломе не приходится. Но Турция знает, что делает, Турция давит на те, скажем так, скрепы, мягкие точки, связанные с общим мусульманским прошлым, с Османской империей и с тем, что вот эти африканские колонии устали от французов и от того насилия, которое они творят. Скажу одну специфику. У Франции особая жестокая колониальная политика. Мы знаем, у Великобритании своя колониальная политика, у России своя колониальная политика. Отличие французской колониальной политики в том, что она не доверяет местной элите стран, которых покоряет. К примеру, Великобритания действует по-иному. Она делегирует властные полномочия местным элитам. Это происходило в свое время и в Индии, и в других странах, где Великобритания осуществляла свою колониальную политику. То есть она дает некую относительную независимость местной элите и собирает только деньги, осуществляет торговлю.
и любые ошибки, проблемы на месте не связываются с Великобританией, а связываются с местной элитой, которая не справилась. То есть народный гнев, бунт, он поворачивается не против Великобритании, а против тех местных элит, которым делегирована власть. А Франция идет по-иному. Она хочет сама и всегда, в основном в колониальной политике, придерживалась этой тактики, что французские колонизаторы сами же на месте хотели управлять, поэтому весь негатив всегда скапливался в их адрес. Кстати, частично так же себя вела Российская империя, но у нее был более гибридный какой-то. На закате Российская империя поняла, что нужно делегировать полномочия местным элитам. А Франция за все это время так и не изменилась, поэтому я считаю, что в перспективе Франция потеряет свою мощь и свое влияние на значительную часть колоний, традиционных колоний, где она осуществляла свою колониальную политику последние несколько веков. Резванбай, а можно ли говорить, что то, что сейчас происходит между Палестиной и Израилем, это продолжение политики выдавливания Франции из региона, потому что мы знаем, что это сильно затронет Египет в случае большого потока беженцев и открытия гуманитарных коридоров? Ну, скажем так, одним из пострадавших будет Франция, но это вовсе не из-за нее, конечно, конфликт на Ближнем Востоке. Здесь очень несколько слоев в этом пироге ближневосточном палестино-израильском конфликте. Здесь есть свои внутриполитические интересы и в США, скоро выборы в США, и как-нибудь это отдельная тема. Есть внутриполитические интересы внутри Израиля, да, и ряде стран. Поэтому это довольно-таки слоеный пирог, но в результате от того, как пойдет война, конфликт, может пострадать и Франция. Поэтому именно профранцузский Египет всячески ограничивает возможность палестинцам из сектора Газа покинуть его. И мы видим, как довольно-таки нейтрально себя ведет Египет. Если посмотреть на список стран, которые отозвали своих послов из Израиля, там и Турция, там и ряд латиноамериканских стран, мы там не увидим ни одной арабской страны. Поэтому то, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, это огромная трагедия. Во-первых, погибают простые люди и с той, и с этой стороны. Очень много женщин, детей погибает, палестинских. И я думаю, что это своего рода ловушка, мое личное мнение. И чем больше затягивается этот конфликт, тем меньше пользы от этого для Израиля и его союзников. Спасибо, Резванбай. Я бы вам хотел зачитать еще несколько вопросов, которые нам прислали наши подписчики. Вот вы затронули тему Турции и Эрдогана. Как раз такой вопрос, что насколько тесно связан Азербайджан с Турцией из-за Эрдогана, и что ждать от отношений Турции и Азербайджана после того, как Эрдогана сменит другой руководитель? Я воздержусь, потому что это чистая гипотетика, и здесь просто не о чем говорить. Посмотрим еще, кто сменит, кто придет. Я не думаю, что это как-то кардинально повлияет на азербайджано-турецкие отношения. То есть особых опасений в этом контексте я не вижу. Понятно. Такой еще вопрос. Насчет компенсаций, которые мы будем требовать от Армении в будущем. Зная, что Армения не в силе будет компенсировать миллиардную сумму, в таком случае взамен материальной компенсации мы можем потребовать у них территории? Я думаю, все-таки сейчас 21 век, и если Армения не сможет обеспечить контрибуцию, выплату, то просто Азербайджан будет осуществлять серьезные инфраструктурные, экономические, транзитные проекты на территории Армении, в первую очередь в Зангезуре. Плюс сюда вернутся азербайджанцы. Да? То есть всегда есть способы расплатиться. Не обязательно прийти, поставить флаг, да, и взять. Это не средние века, это не феодализм. Современная экономическая модель и система, международное право позволяет и без этого получить то, что требуется. Ясно. То есть такого, даже если Армения сама предложит, Азербайджан, если будет настаивать, и Армения предложит такой вариант, то это вряд ли осуществимое.
потому что есть определенные гарантии. Если Армения предложит, это другая история. Это же не то, что вы спросили. Это совсем другая история. Если Армения предложит, то я не знаю, как после этого будет существовать армянское государство. Как удержится этот руководитель, если он на это пойдет? Ясно, ясно, Резванбей. И не отходя далеко от темы с Арменией, такой вопрос. Салам, будет ли мир с Арменией, если лидер сепаратистов Исламбек Шахраманян захочет создать в Ереване иммигрантское правительство? Я извиняюсь, какой-то несерьезный вопрос. Кто такой Исламбек Шахраманян, чтобы он какое-то влияние оказывал на что-то? Поэтому больше оказывает тетя Сирануш, возможно, чем Исламбек Шахраманян. Понятно. Руф, пожалуйста, ваш микрофон открыт. Дальше будет Рустам Шафиев. Зомби, извините, я, наверное, очень много вопросов задаю, но мне всегда было интересно вот вашу точку зрения послушать. Скажите, пожалуйста, как вы видите развитие израильско-палестинского конфликта, так как вы сказали, что это будет нести угрозы, затягивание конфликта будет нести угрозы для союзников Израиля, Азербайджан является одним из союзников Израиля. Какие для нас риски и угрозы, учитывая нашу позицию и наше отношение союзническое с Израилем, как это воспринимается в исламском мире? Нас часто упрекают, скажем так, нашу позицию подвергают критике в этом смысле, в отношении нашей позиции. Наш южный сосед даже говорит о том, что мы являемся сионистским образованием. Вот какие риски и угрозы это для нас несет? Давайте сперва скажем, что союзнические отношения есть полностью, в полном формате только между Турцией и Азербайджаном. То есть ратифицирована декларация и уровень союзнических отношений. То есть если это по международному праву, мы не являемся уровнем союзниками, как вы представили. Союзником Израиля в первую очередь является США и ряд стран, которые в течение всех этих десятков лет в их национальной стратегии особое место занимает Израиль, и все, что происходит на Ближнем Востоке, происходит для них с учетом израильских интересов и пониманий. Мы не в этом списке. Что касается наших высоких отношений с Израилем, доверительнейших отношений, большой любви и взаимопонимания между нашими народами, конечно же, затягивание палестино-израильского конфликта наносит урон, ущерб имиджу Израиля тоже. В том числе все сложнее бывает, да, говорить и осуществлять некую деятельность на международной арене, поскольку фактор продолжающейся войны напрягает отношения и Азербайджана с мусульманскими странами, и с теми странами, которые понимают, что затягивание конфликта ничем хорошим не обернется. В этом контексте я имел в виду, что желательно бы горячую фазу войны прекратить, потому что есть несколько подобных ситуаций, далеко идти не надо. Российско-украинская война, мы помним, как она начиналась, и Крым в свое время стал просто ловушкой для России. Итог сейчас виден, что даже если сейчас остановится украино-российская война, ничем хорошим ни мир, ни война не обернутся ни для России, ни для Украины. И мы не хотим, чтобы палестино-израильский конфликт, где есть интересы огромных внешних игроков, которые с удовольствием за счет палестинцев и израильтян будут решать свои проблемы, мы не хотим, чтобы это превратилось в место разборок. То есть, любя, понимая боль обоих народов, я считаю лично, наверное, многие считают, что нужно остановить кровопролитие. Нельзя оправдывать гибель женщин, детей и стариков и радоваться этому. Это кощунство. Поэтому чем быстрее это остановится, и мы видим, какое разделение в нашем обществе, да, поляризация мнений. Еще раз повторяю, дети, женщины, старики, гражданское население невинны. Любой, кто радуется гибели детей, женщин, стариков, просто ставит под угрозу своих, чисто на энергетическом уровне. Поэтому для нас, для Азербайджана, для азербайджанского народа, больно осознавать, что две стороны воюют,
что с одной стороны погибает гражданское, и с другой стороны гражданское население. И еще раз повторяю, затягивание этого конфликта в перспективе, может быть, тактически какая-то польза есть для Израиля. Израиль может разгромить сектор Газа, взять, не проблема. Но в стратегическом плане это большой ущерб и урон для имиджа Израиля и для его и региональных интересов. Свамбе, если позволите мне мою наглость, я задам еще один вопрос. Если вы не против, мои дорогие, буквально последний, да, вопрос и завершим, если не против. Может ли быть проблема заключаться в том, что Израиль, через Израиль должен был пройти новый коридор, который планировался проложить из Индии? У меня просто звук пропал, если можно погромче. В Израиль, через Израиль должен был пройти коридор из Индии. Насколько я знаю, это американский проект. Не мог ли данный конфликт разгореться, и, скажем так, могли ли его создать искусственно для того, чтобы предотвратить создание этого коридора в пику коридора, скажем так, один пояс, один путь, который мы знаем? Да, я немного в этом сомневаюсь, потому что даже если бы гипотетически этот коридор из Индии пошел бы, там ключевую географическую роль играет не только Израиль. То есть, если речь идет о том, чтобы, пересекая Ближний Восток, этот коридор, допустим, из Персидского залива, пошел в Красное море, то он опять не имеет перспектив, потому что впереди перешейк. Нужно опять, чтобы попасть в Средиземное море, стоять в очередь. Если речь идет о том, чтобы через Израиль выйти на Средиземное море, возможно, то, что вы говорите, имеет какое-то обоснование, но не стоит забывать, что Ближний Восток очень сложный, и сами шансы реализации этого проекта немного мне всегда казались туманными. Во-первых, сейчас Индия не сможет заменить Китай, давайте согласимся, еще много-много лет надо, чтобы Индия смогла совершить этот рывок. Во-вторых, есть традиционные связи торговые между государствами Европы и Китая, и никто в Европе не захочет их обрушить ради того, что еще нет. Поэтому, возможно, опять-таки, то, что вы говорите, имеет какую-то подоплеку, но в любом случае, как я отметил, ближневосточный конфликт как слоеный пирог. Там такое количество интересов, что, как говорится, ногу сломаешь. Спасибо огромное. Спасибо вам, Ризванбей. Честно говоря, этот час пролетел. Осталось очень много вопросов. Но чего? Иншаллах, как-нибудь в следующий раз. Вам огромное спасибо за то, что приняли наше приглашение, уделили нам время. Вам желаем всех успехов. Вы очень ценный гость, и очень мы вами гордимся. Спасибо, большое мои дорогие. Спасибо за ваши действительно интеллектуальные вопросы, за интерес. Теме. Я надеюсь, мы еще, иншаллах, продолжим. Благодарю. Спасибо еще раз.